рабочим визитом в компанию «Богатырь Кумир» прибыли представители служб охраны труда промышленных предприятий Павлодарской области. Первым пунктом посещения для группы стал Центр повышения квалификации. Всего здесь 7 учебных кабинетов, все они оснащены техническими средствами обучения и наглядными пособиями. После экскурсии по учебным классам автобус с делегацией отправился на смотровую площадку предприятия. Здесь их встретил главный технический руководитель управления по гражданской защите и охране труда компании «Богатырь Кумир» Игорь Попович, который рассказал о мерах, предпринимаемых для повышения уровня безопасности рабочих. На стендах была приведена статистика несчастных случаев, начиная с 1996 года. Как отметил Игорь Попович, благодаря принимаемым мерам за последние годы компании удалось существенно снизить количество таких ситуаций. Сейчас во всем мире проводятся мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда. Это день памяти погибших на производстве. И мы достойными результатами, мероприятиями должны встретить этот день. Мы провели ряд конкурсов. Определили лучший участок численностью более 50 человек, лучший участок именно по вопросам охраны труда менее 50 человек, лучший работник на знание нормативной документации, лучшая команда на оказание первой доброчебной помощи и самый большой шикарный конкурс у нас получился — детский рисунок на тему охраны труда. То есть дети наших работников участвуют в этом конкурсе, более 80 работ нам прислали. Травматизм, к сожалению, на предприятии у нас присутствует. Есть определенные тенденции на снижение, но, к сожалению, еще похвастаться полным отсутствием несчастных случаев мы не можем. Основными причинами несчастных случаев является грубая неосторожность самих пострадавших, то есть несоблюдение инструкций, нарушение правил. На территории смотровой площадки находится также музей под открытым небом, основанный в 2015 году накануне профессионального праздника шахтеров. В качестве экспонатов здесь представлены использовавшиеся когда-то на предприятии различные виды горной техники. Визит на смотровую площадку завершился общим фото на память. Следующим пунктом посещения стал учебно-курсовой комбинат, оснащенный системой автоматизированного контроля знаний сотрудников товарищества по вопросам безопасности и охраны труда. Главная задача комбината – подготовка персонала начального уровня квалификации, а также переподготовка и повышение квалификации работников. В здании также расположен музей трудовой славы компании «Богатырь Кумир». После экскурсии в актовом зале комбината состоялся круглый стол на тему безопасности и охраны труда, где начальник учебно-курсового комбината Любовь Шарипова рассказала о системе обучения, инструктажа и проверки знаний по безопасности и охране труда, промышленной и пожарной безопасности работников товарищества. У нас каждый участник, работник, обязан участвовать в учебных мероприятиях. То есть высококвалифицированные специалисты принимают участие в подготовке рабочих. Руководители-специалисты принимают обучение в обучении персонала. В рамках положения о производственном контроле ответственные за по надзору принимают участие в подготовке персонала, связанных с обслуживанием опасного производственного объекта. Итоги мероприятия подвел руководитель управления труда Павлодарской области Оскар Капанов. Это обучение, оно реально влияет на травматизм. Вот вы сегодня, когда мы были на разрезе, вы видели график травматизма. С 2011 года с 21 случая, да, до 4 упало. До 5, да? Ну, до 5. Но в любом случае это говорит о чем? О том, что все-таки это не зря. Тем более, тут чего мы добиваемся таким учением? Во-первых, многие предприятия также, мне многие говорят, да и вы сами все слышали, что у нас нет кадров. Проблема кадров, проблема людей и так далее. Но «Богатырь Кумир» таким путем пошел. Они просто сами стали готовить кадры, сами обучать, тратят деньги, время, но благодаря этому у них все равно кадры лучше. После подведения итогов гости поделились своими впечатлениями. Во-первых, хочу поблагодарить управление труда Павлодарской области, что вот она организовывает такие выездные рабочие группы с участием специалистов служб охраны труда Павлодарской области. Сегодня, я считаю, была очень познавательная поездка. Значит, в первую очередь, да, действительно увидеть такой мощный гигант нашей Павлодарской области, как разрез «Богатырь», воочию увидеть те объемы, размеры добычи, технику, которая участвует во всех этих процессах. Было очень памятно, но основное, как и специалиста по безопасности охраны труда, меня очень удивил ваш учебный комбинат, учебно-курсовой комбинат, который действительно, несмотря на такие условия, создал такую систему обучения, которая полностью охватывает все направления деятельности производственной любого крупного промышленного объекта.
вопросы промышленной безопасности, пожарной безопасности, производственного обучения. Все это интегрировано, все взаимодействует. Я вот очень впечатлен этим, я спешу быстрее приехать к себе на предприятие, встретиться со своими специалистами учебного центра, который у нас тоже есть при «Алюминии Казахстана», и показать те, значит, направления, которые внедряются здесь. И, значит, буду говорить с президентом для того, чтобы мы внедряли это у себя. В поездке у меня только положительные впечатления. Очень нам все понравилось, масштабно, грандиозно. Выделяются средства, это радует. Заботиться о людях, это тоже радует. Минимум травматизма, больше заботы для людей. Что нам, в свою очередь, хотелось перенять опыт. Ну и доведу до своего руководства, как нужно вести свои дела по безопасности и охране труда.